Соник. Троих детей ждет злой удел. Колдун пророчество разглядел. Оставь детей, беги долой. Жди, пока растет герой. Соник Андеграунд. Соник Андеграунд. Найдут Алину, не боясь преград. Они растут, и их судьба стена силою борьба. Но поиск мамы не игра. Может быть, ей найтись пора. Враг силен, вражда стара. Соник Андеграунд. Соник Андеграунд. Давно бы я нашла их, но нужно ждать. Нельзя их жизнью рисковать. Найдут Алину, не боясь. Соник Андеграунд. Друг или враг? Идя вперед, мои дети усваивают важный урок. Многое является совсем не тем, чем кажется. Спокойно, Соня, это просто слух. Да, но вдруг мама правда тут? Хорошо бы, я ради этого остался без хот-дога с соусом чили. И это зловещий парящий остров? Как страшно! Соник, помни слова Оракула. Парящий остров – гнездо опасности. Берегись, ехидны! Гнездо? Какое еще гнездо? Иными словами, тут кругом опасность. Серьезно? Ну, тогда я один осмотрюсь в гнезде. Соник! Зависаешь, братец. Я говорила, гнездо опасности. Опасность? Ты об этом гамаке? Счет в матче ехидна 1, Соник 0. Отвечайте, болваны. Слит, динго. Тунец обожаю. Молчи, треской. Роботоник вот-вот вызовет. Слит, вы слышите? Отвечайте или скормлю роботам. Ёлки, здорово я проголодался. В животе как урчит, будто роботоник ругается. О, ну какой же ты тупица. Дегенераты, у вас 10 секунд, чтобы ответить. 10, я только сказал. Это и есть роботоник. Где? 7. Коммуникаторе. Не шевелись, дебил. 5. 4. 3. 2. 1. Наконец. Где вас носило? Молчать. Судя по всему, ежи поверили слухам. Разведка донесла, они в пути. План вы знаете. Натравить ехидну на ежей, а мне достать изумруд хаоса. А без изумруда остров шлепнется вниз и расшибется. А с ним свалятся и ежи. Блестящий план. Уже действуем. Конец связи. Суй это к себе в рюкзак и идем искать ехидну. Что такое ехидна? Не что, пень, а кто. Это страж острова. По имени Кастет. И роботоник припас для него сюрприз. Он крут и особенно известен своими ловушками. Сидели бы вы, волчата, дома. А теперь пойдете на обед. Ты нас съешь? Нет. О, фу. Класс. А кусака, да. Вы не поняли, мистер Кастет? Мы вам друзья. Ну да, потому и прокрались ко мне на остров. Прёте! Нет, вы не поняли. Мы пришли остановить настоящих захватчиков. Трех ежей, я докажу. Как? У меня в кармане.
Жмите на кнопку. Слип. Заткнись. На красную. Слип. Проглоти язык, болван. Нажимайте. Двинули, братва. Стащим изумруд хаоса, пока этот придурковатый кастет не сцапал нас. Ты редко бываешь прав, старший брат. Но тут я согласна. Идем, Мэник. Мы в 100 раз умнее, чем этот тупица кастет. Мистер Кастет, тут немного жарковато, если позволите. Ежи задумали украсть изумруд? Они будут иметь дело со мной. Ладно, волчата, отпускаю вас на этот раз. Но вон с острова, живо. Вот и по рукам, мой друг. Мы исчезнем с острова раньше, чем вы скажете «Ёж Соник». Прости, Кусака, но выше нос. Я открыл сезон охоты на ежей. Милый песик. Сваливаем. Надо найти изумруд. Надо найти изумруд. А? У меня такое чувство, будто кто-то рядом. О, класс! У тебя открылось шестое чувство? Как же нам несказанно повезло. Ребята, смотрите. Священный бассейн. Я о них читала. А? О! Надо же, серьезные спецэффекты. Просто глазам своим не верю. Мэник, нет! Что? Тут какой-то силуэт. Мама! Она здесь, я знала. Ого, ты была права, Соня. Ты сказал, я права? Мэник, ты свидетель? В чем дело? Ого, вот это приземление! 5 баллов! Вороватые ежи! Гостеприимством тут и не пахнет. Только взгляните. Надеюсь, у вас тут есть химчистка? Вы пришли, чтобы украсть изумруд. Но я не дам. Остынь, мы не воры. Ну, как правило, не воры. Приятное знакомство. Ненавижу воров. Соник, ты в порядке? А парень силен. Ты что, спятил? Просто если ты задумал открыть фан-клуб, Мэник, то вот он, твой герой. Ладно, Костяшка. А? Раз твой стиль таков, то давай на кулаках. Соник, стой! Может, мы с ним договоримся? Я думаю, что... нет. Вот тебе тройной тулуп от Соника, приятель. А вы присоединяйтесь, не стесняйтесь. Мы тебе доверяем. На этот раз будем договариваться. Куда он делся? Видимо, не перенес мой напор. Похоже, что перенес. Слушай, ты ехидна. Мы ничего не воруем. Мы ищем королеву Алину. О, похоже, сработало. А что тебе говорит твое шестое чувство? Что нам лучше бежать. Вы лжете. Беру это на себя. Давай, до сих пор у тебя здорово получалось. Еще разок. Вернись и дерись ко столом. Лживые ежи, воришки. А? Так, с меня хватит.
Тебе крышка, костыль. Я пошел. Это ехидна еще тупее, чем ты, Динго. Спасибо. А, впрочем, может и нет. Готов спорить, ежей мы больше не увидим. Ладно, будем сплавляться по реке за изумрудом. На чем? Зачем спросил? Перспективы мрачные. Думаю, дождемся Соника. Поменьше думай. Кажется, нашел. Воу! Эй-эй-эй! Была не была. Ёж! Будет больно. Воу! Остынь, приятель. Что-то ты слишком разошелся. Ты явно не слышал о знаменитой ежиной скорости. Что ж, любуйся. Теперь ты мой ёж. Давай, ты ведь способен на большее, костяшка. Мы не закончили. Веди меня к Соне и Мэнику. Красота! Шутишь? При таком освещении я просто дурнушка. О, вот это прелесть. Да. А-а-а! Что это? А-а-а! Стащим изумруд хаоса, пока этот придурковатый кастет не сцапал нас. Да, такое не каждый день увидишь. Ха. Первый шаг всегда труден. Эй, ёж, летать умеешь? А? Это передряга. Мой последний шанс. Не на того напал. Нет. Не очень-то вежливо. Что, занавес? Эй, ладно, пошутил. А-а-а!
ты почему меня спас? Поболтаем? Тише, тише, мы поможем. Ладно, рискну здоровьем. Ой. Ой, фу, спасибо. Голограмма-проектор попахивает роботоником. Нет, это у него из пасти. Остряк. Ну и откуда это у тебя? С ним надо по-другому. Дай-ка я. Валяй. Приятель, один щелчок да, два щелчка нет. Въехал? О, хватит задаваться. Итак, ты получил это от здорового толстяка с усами? А, тогда, может, от уродливого барбоса и мелкого поганца? Слитый динго! Неплохо, братец. Ты проведешь нас к ним? Ага. Ой! Это он! Фантастика! Затем волчата покинули остров. Покинули? Не верится. Им точно здесь что-то нужно. Изумруд! Нет! Почему я парю? Ты не паришь. Это остров валится! Держи. Отсюда надо уходить. Не спеши. О, Соня. Очень кстати. Живо, Динго. Парень, изумруд надо вернуть, а то от нас мокрое место останется. Соник! Наверху! Следы Динго! Еще чуть-чуть. Живее, Динго! Гляди! Соня, снова! Ой! Динго, живо! Ах ты, идиот! Полицроботы! Вернуть изумруд! Зато камень остается. Дело за нами. Соня? Мэник? Получилось! О! Соник, изумруд! Слит, Динго! Надеюсь, изумруд у вас, а не то я роботизирую вас по кусочку! Где вы там? Отвечать!
отвечать! Слит, ты не слышал? Тут вроде кто-то тебя звал. Вот он, наш главный местный деликатес. Угощайтесь, не стесняйтесь. Спасибо. Итак, что же привело вас на остров? Мы ищем нашу маму, королеву Алину. Королева Алина ваша мама? Что же вы молчали? Я знал ее, видел еще ребенком. Это вам от нее. В последние дни тирании Роботоника мои дети обретут союзников. И первый среди них Кастет, страж изумруда Хауса. Сразу после паузы Соник и его друг Майлз отправляются в погоню за злым роботником. Добро пожаловать в суперскоростной мир ежа Соника. Ора на Китско!